Всем привет, с вами канал Thagger Nowplay и это For Honor. Продолжаем проходить кампанию викингов. Итак, эпизод 2-3, дерево и сталь. Также на высоком проходим. На реалистичном... У нас есть обычаи, древние как само время. Бро, наши щиты крепки, спасут в любом бою. Клинки остры. Выкованы по заветам предков. Тот, кто ведет всех к поражению, не должен быть лидером. Нас зовут вождями. Мы заслужили это имя. Мы щит для народа. Мы стоим до последнего. О, мы щитовиком сейчас будем играть. Так, что мы можем сделать? Так. Снижает получение урона на 30 в течение 30 секунд. Применение пассивно увеличит максимальный запас здоровья на 25%. Мастерство парирования. Пассивное. Среднее увеличение урона в течение 15 секунд после парирования. Давайте. Вот этот кремень. Хорошо, поехали. На легендарный я не стал проходить, на игон лучше проходить с другом, с кем-нибудь вдвоем. Все равно полегче будет то, что на легендарном, реалистичном. Просто на реалистичном, в принципе, враги то же самое все по сложности. Там просто, но если вы умрете, то нету чекпоинта, вы будете играть с самого начала, короче, эпизода. Поэтому, особенно я вон на боссе часто умираю, мне приходилось бы вообще все заново приходить. Поэтому я сделал на высоком. Ну, я играю за викингов в мультиплеере, за этого как раз, Хольдгара. Там, в принципе, все разблокируется у него на высоком. У рыцарей там есть некоторые вещи, которые разблокируются на реалистичном. А я слишком долго сидел, сложа руки. Да, шмотки у него прикольные. Такие мультиплеер интересно будет, нет? Ну, открываться. Не знаю, сколько играл в мультиплеер, пока такого не видел. Так. В этой позе он все блокирует, получается, да? Вверх. Как-то камера не удобно стоять. Так, вверх, влево, вправо. Это полностью блокирование идет, да? Так, а что у него по навыкам-то? Я просто им ни разу не играл, не знаю. L3 квадрат. Крушащий рывок в необратительном режиме. Крушение черепа в необратительном режиме. L плюс R2. Крушение черепа вариант. Вперед X, R2. Серия крушения черепов. Вперед X, R2. Квадрат. R1. Щит меч. Назад R2. Блок и пронзание назад. R1. Контроль, контратак щитом, сильный контракт щитов, удар головой. Цель удара головой назад квадрат. Бля, хуй его знает. Да еб. Так, это головой удар. Horror now me.
Да сдохни ты. Падла. Бля, навыки не знаю, мне неудобно. За Одина. Так, а это такие, ну там лучник, блядь. Черный камень не смог даже восстановить укрепление. Давай. Нужно было открыть ворота. Быстро. Так, какие ворота? А где они, блядь? Ну-ка, пошли нахер. Все. Вождь может блокировать атаки в любом направлении с помощью R1 назад. А, ну у него выносливость так нравится. Сейчас, подожди, я установлю. Падла такая. Да блядь, сдохни ты. Бля. Почему я не вижу, откуда он бьет? Да, блядь, сейчас сдохнет. Еще один, ёб. Давай сюда. Да, блядь. А ну нахер, где? Я нахер. А сейчас я открою ворота, блядь. А он там не терпешь. Кучка, блядь. Да. Выше, что ли, наверху, а не ворот. Горите вы, блядь. И он мост Морадус. Нифига мне сейчас тут пострелять с этой что ли? Бля, у тебя только не хватало. Тихо, тихо. Я должен пустить их.
Да я знаю, что ты должен, блядь. А, блядь. Упади-ка ты. Да сдохни ты. Неужели, блядь? Я, кажется, от фигни постреляю. А, на, ёбан. Там кто-то есть. На, падла. Бля, надо было сюда сразу идти. Кто еще остался, нет? А, здесь нет. Прикольный арбалет такой был бы в этом мультиплеере. Так, вот ворота. Ну, давай, открывай. А кого всех тут? Вон, пруд, смотрите. Рыцарей было даже жаль. Давай, вали. Бля, лучники. Противник бежит! Лучников, лучник мой. Блять, косой, давай. Сдохнут. Вот этих здоровых надо. Тех он. Он сразу пачками ложит. Да, опять лучники. Опять лучники вышли. Сейчас мы их всех. Сколько патронов стрел не показывает? Пофигу. А, там цели над. За время надо уничтожить, что, блядь. Я вроде успеваю, блядь. Есть. О, это не тот, кем я играл? Нахуй в воду пошел. О. Бутылочки. Хе-хе-хе. Не, вот это у него толкает, что он далеко толкать мой. Бега там. Богатые в этот раз добыча. Сундучков. Мечи какие. А это откуда? Корабли самураев. Их полно на берегу. Оттуда и взяли. Нифига, шлем самурая.
Самураи! Ну и что? Нас в 10 раз больше! И у них был удачный год! Чё это такое? Надо снарядить флот! К самураям собрались? Нас ждал поход! Гани. 10 выполнено посвящение вождя. Плюс 10 дали этих для Ubisoft. Монеток. Награда, какой-то узорчик дали. Повышение уровня компании транс. Быстрое восстановление уровень 2. И жажда крови уровень 2. А то надо смотреть, что такое-то. Герб, а, фон на герб дали мне. Что-то блокировался. Сейчас, получается, мы к японцам поедем, что находится. Надеясь на легкую добычу, викинги решили атаковать своих соседей, живущих за морем. Земли самураев находились за древним фортом. Викинги считали, что он практически не защищен. Так, эпизод 2 и 3 «Дерево и сталь» мы прошли. В следующей серии мы начнем проходить эпизод 2 и 4 «Побережье». А на этом у меня все. С вами был канал Тхагер Наутплей. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока.